Все бытовые потребители получат компенсацию за природный газ. На эти цели правительство выделит 1 600 000 000 лев. Помощь будет предоставлена с ноября по март. Размер компенсации будет зависеть от объемов потребляемого газа. Как заявила глава Кабинета министров, увеличится и помощь для малообеспеченных семей, равно как и количество тех, кто будет ее получать. Анонсировали власти и компенсации за отопление. Подробности прямо сейчас. Компенсации за газ и отопление будут выплачивать всем бытовым потребителям. Это по оценкам властей 746 тысяч семей. Компенсации будут зависеть от потребленных объемов газа и отопления. Правительство подготовило соответствующий пакет социальной помощи. Эта компенсация будет ступенчатой в зависимости от потребленных объемов. Мы частично компенсируем потребление первой гигакалории от поставщика теплоэнергии. Приблизительно на 2/3 от увеличения расходов. Максимум компенсации за отопление составит 450 лев в месяц. Компенсация за природный газ будет предоставляться в два этапа. По расчетам властей, первые 50 кубометров газа будут рассчитываться по цене 6 леев 77 банов за 1 куб. Следующие 100 будут стоить 7 леев 86 банов. Как отметил на той же пресс-конференции глава Минтруда, 75% бытовых потребителей в стране используют более 150 кубометров голубого топлива в месяц. Также увеличится помощь для малообеспеченных семей с 500 до 700 леев в месяц. В то же время число семей, получающих эти пособия, увеличатся на 88 тысяч по сравнению с прошлым годом. Если семья состоит из двух взрослых и одного ребенка, тогда порог платежеспособности после множественного увеличения повысится на 1172 леев с 6 342 до 7 619 леев. То есть семья, в которой доход ниже этой суммы, может обращаться к социальным ассистентам, заполнив запрос на предоставление помощи. При этом правительство не будет компенсировать повышенный тариф на газ представителям бизнес-среды. Нам удалось договориться о цене на природный газ, которая в два раза ниже рыночной, которая позволяет экономическую конкурентоспособность в сравнении со странами из региона на международном уровне. В общей сложности пакет компенсационных мер обойдется государству примерно в 1 600 000 000 леев. Возмещение затрат включат уже в ноябрьские фактуры. При этом официальные лица отметили, что 60 миллионов евро в виде гранта от Евросоюза поступят в бюджет страны в начале следующего года. Эти деньги также пойдут на компенсацию населению. Проект должен пройти голосование парламента.